Ну вот, заход в воду. Это я сейчас здесь еще вырубил все. Вот, накидал веток, пытался, думал, хоть как-то что-то, но тут настолько просто трясина вообще, здесь никак. Так-то полянка как бы вот. Вот полянка. В принципе, под палатку еще под одно место можно найти. Вот. А так оно тоже вот ночью вчера, вот, в принципе, все это перетаскивали, грубо говоря. Вот тропинка. По тропинке вверх поднимаешься, в принципе, не так долго. Ну, там засекай. Секунд 10, наверное. Вот. И вон машина наша стоит. Здесь, в принципе, когда-то, видимо, съезд был, потому что на карте дорога обозначена, типа, ну, разъезженная. Но что-то как-то мы тут не рискнули съезжать ночью. Вот. А так здесь, в принципе, вот... Ну, я тебе говорю, что здесь к воде не подойдешь. Здесь тоже ребята кто-то приехал, но их даже не слышно. То есть ночью тихо, тишина. Вот. Но... В общем, как-то так, Сашка. Надо искать, короче, место новое. Мне не нравится, откровенно говоря. Бассейн готов. Ака! Кучка, как дела? Вот. Это не ака, это пруд. Так вот тент сделаем для тени к павильону. Всем известный Трамп. Ни тени, ничего. Так стоим, кипим. Он главный кипёжник. Он заезд. Вот такие пески на Оке. А судоходный берег только тот. Здесь мелко очень. Гуча. Накачали лодку. Сейчас пойдем вон. Пускать на воду. Мелко. Сейчас пойдем. Вот такой вот остров. Аж песчаный. Он испугался.
ходовой ход, это хорошо. Правый берег поспокойней, но подъезд тяжелее. По полю от дороги. Вот такая ока. Как ока. Все как утечение. Тут можно просто целый день сплавляться совершенно спокойно. Без проблем. В течение суток садиться и целый день сплавляться. Кайф. Вот левый берег. Точнее, наоборот, правый берег, они такой более спокойные, что ли. Больше вариантов подъехать. Но заходы разные. То ил, то не ил, то тусовки, понятно. А вот этот берег более тусовочный. Пляжи, машина на машине. Спускает лодки и катера.
видимо, частный. И вон дачи новые. Видно, что не старые. Лопасня, да? Thank you.
видишь, песчаный набор, ну и чё? Ну чё, нужно смотреть? Искусство фурфурье я изучал в лучших домах Лондона и Парижа. И Нью-Йорку. Именно там. А вот он, пруд, возле Оки. Формулируйте точнее свои цели. Что делать-то? Вот такой у нас лагерь. Вот оттуда заезд. Вот шатер наш. Лодка. Палатка Андрюхи с Дашкой. Наша палатка. Над палаткой вот такой вот тент повязали. Это вот овчарка, охранница. Повязали вот такой вот тент, потому что солнце светит. Лютая жара. В палатке было бы спать невозможно. А тент вот спасает. Создает хотя бы какой-то тенек. Ну, в палатке все как всегда. Пенки на полу. На пенках сам надувной матрас. Бардак рабочий и так далее. Все как всегда. Это Чаплин. Чаплин! Ну-ка, тихо! Здесь у нас что? Сушатся кроссовки. Бассейн. Мелочь пузатая плавает. Успешно причем плавает. У Андрюхи палатка классная. Ткань такая вот белая.
Можно спать, когда солнце жарит, не пропускает жару. Супер. Удилы. Жуткий заход в воду. Мы здесь не купаемся, потому что ил отвратительно. Ловим рыбу. Вот такой заход, вот такой пруд. Камыш кто-то покосил осоку. Видимо, местный. А это пруд пойменный. А ока дальше. Вот где те вот деревья. Вот те деревья, там ока. Вчера на лодке ездили. На машине доезжали до туда. Тут вот на саббордах катаются. Народ отдыхает как может. Вот такой мангал. Вчера тут жарили, парили. В общем, отдыхаем с понятиями. Чаплин. Сумку, холодильник. Купили на Вайлдберрисе генератор холода обалденный. Держит холод. Вторые сутки уже прохладно. В такую жару. Отлично. Стол, горелки. Андрюхина плита. Наша плита. Горение, последняя модель. Встраиваемая. Встраивайте куда хотите. Ну и поляна. Держи. Кресло. Я говорю, давай по походному на полу. Женщина сказала, нет. Давай, говорит, как бояре на кресле. Да, лопата давай копай. А там вон так, давай мы с тобой... горная овчарка белая ходит. По кличке Писец-Гучи. И поедем. Вот по такой дороге мы тащили лодку. Вот такой супер пляж на нашем замечательном пруду. Чапа! Дрынь-дрынь-дрынь-дрынь-дрынь. Тут песочек белый. Это просто муть, не обращайте внимания. Она поднялась с пола. Камыш, мормыш. Так, значит, сейчас делаем что? Купаемся. Андрюха вон уже купается, и мы купаемся. Что, мы хуже, что ли? Как говорит генерал, пора внести разнообразие в отдых. Можно даже под водой снимать, но я вдруг что-то это самое посмотрел, что-то там с герметичностью этого аккумулятора случилось, не хочу. А так, да, поплавок, чтобы не утонуть. Ну, я снимал под водой. Может, на Селигере посмотреть, озеро белое, там прозрачно все, капец. А я смотрел, да, я думаю, нифига, блин, это прям хорошо. Видно. Так, прозрачность, видите, какая прозрачность? Вот Средиземное море отдыхает, здесь лучше, ничего не видно просто. Вот в таких камышах, это вот, Андрюха говорит, пойменный пруд. А ока вон там ока, вон там. Вон ястреб какой-то кружит. Фух. Вот, видите, кувшинки. Видите, вот кувшинки, вот кувшинки. Кто не верит, смотрите, вот, пожалуйста, белая. Вот она, вот кувшинка, вот кувшинка. А вон, видите, вон собака на берегу, это элита бушкрафта. Так, а вот еще одна элита бушкрафта. Ну-ка, иди сюда. Так, элита бушкрафта. Поплыли. Поплыли, поплыли, поплыли. Поплыли вперед. Молодец, 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 молодец. Вот так. И для верности, тихо, охлаждаемся, все, обтекай. А то совсем зажаришься. Спасибо еще скажут. Давай, Гуть, отряхивайся. Давай, давай, отряхивайся. Давай, давай, отряхивайся. Иди сюда, отстань от людей. Ко мне. Отряхивайся, давай. А ну иди сюда, ко мне сказал. Элита бушкрафта. Нет. Вот такая вот охотничья собака. Инстинкт. Видит птицу и вот за птицей хочет прям в воду броситься. Нет. Нет.
Нет, нельзя. Нет. А уж потом, наверное, не затащит. Нет! Нельзя! А вот второй охотник. За привидениями. Папа, стреляй. Так, а там что? Там у нас пляж. Сейчас доплывем до пляжа. До городского. Нет, нельзя, нельзя. Да, это нельзя. Нет, нельзя. Это не те птицы. Нет, нет, нет. Суки, как вас много. А я один. Демоны, демоны летают. Иди. Обалдеть. Вот эта скорость плытия. Скотины, да, такой? Идите сюда. Молодец, ко мне. Ча, блин? Сейчас вернется. Ко мне, молодец, умница, хорошо. Иди сюда. Чапа. Чаплин! Такая, да я сейчас это снимусь, что нырну. Чап, ко мне! Всех, всех поймал, молодец. Молодец, всех поймал. Вот так. Лама хорошая, молодец. Гучи, видала? Успокаивайся, все, все, все. Успокаивайся. Так, все, ну, все, хорош. Ну вот и доплыли мы до конца пойменного пруда. Не без приключений, конечно. Нырнул товарищ. Что поделать, инстинкт. Сосенки. Здесь, кстати, вода прозрачная, не взбаламученная. Вон дно видно. Прозрачность весла вон какая. А там камыши. Сабберди. Так, Гучи. Кипишь? А вот местный пляж. Малибу. Сосенки. Типа песок, типа ил, типа Малибу. Чаплину нравится, это главное. Толкните ее к берегу, если можно, Паш. Так, вот у нас два дня стоит жара. А мы вот тут помидорчики едим. И вот такие вот сардельки. Или кто это, шпикачки? Колбаски. С пятницы холодные. Потому что в сумке холодильники. Закупили вот такие вот аккумуляторы холода. На Вайлдберрисе. Некий мастер К. Прошу прощения, на Озоне. Можно и в горизонтальном, и в вертикальном положении их использовать. Вот они генерят. Замораживать, да. Вот они генерят холод. Вот у нас два дня все холодное. Сумки, холодильники. Технологии. Вот такой вот в оке. Вот такой в оке живет у нас крокодил. И бегемот. Вот они на пару работают. Да, Пашко? Оказывается, что тайком на нашей поляне завелся писец. Вот он живет. Ну а это наше владение. Два люксембурга с хвостиком. Вот у нас получается на дне палатки лежат пенки. На пенках лежит двуспальный туристический матрас, сам надувной. Я себе кладу отдельную пенку. И кладу просто надувной матрас, сам его надуваю. Под палатку кладем еще тарпаулиновый тент. Ну, чтобы там лишней сырости не было, всякая трава не лезла, не пачкала и так далее. Ну и все. Сверху он вешаем фонарь. Так и обитаем. Ну и тамбур, конечно, еще вот большой. Спасает. В нем, если что, и приготовить можно. И все вещи разместить. Тамбур огонь, как палатка внутренняя. А здесь вот еще поставили тент перед палаткой, чтобы солнце утром дало поспать. Потому что когда солнце напрямую светит на палатку, в палатке просто баня.
Тут вот поставили тент такой. На таких вот железных дугах он держится. В комплекте идут. Можно высокие сделать, можно более низкие. И вот он растягивается. И можно поставить его в чистом поле, ни к чему не привязывая. Удобная штука, декатлоновская. Не, ну почему же говорить, домой этого все равно рано или поздно приедет. На мангальчике подогреваем шпикачечки. Но не все. И сардельчики. А, тихо. Красота. Крокодил завелся на оке? Да, на море писать. А? Ребят, как ты, собственно,